May I once again invite on stage Ms. Natalia Poklonskaya. Для меня большая честь сегодня выступать перед вами и находиться в этой прекрасной, красивой, замечательной, удивительной стране Индии. It's a great honor for me to be in this and speak in this beautiful, special country, which is India. Я впервые у вас в гостях, и мне очень нравится. It's the first time I'm being your guest, and I love it. Я являюсь заместителем председателя комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации. I'm a deputy head of the committee, parliamentary committee, State Duma Committee on Foreign Affairs. И представляю в парламенте России двух субъектов Российской Федерации, Крыма и Севастополя. I represent two regions in the State Duma, which are Crimea and the city of Sevastopol. Мы, крымчане, хорошо знаем, что такое защищать свои права. The Crimeans know very well what is it like to protect their own rights. В 2014 году крымчанам пришлось самоорганизоваться, объединиться и самостоятельно защищать право на жизнь, на достоинство, на свой родной язык. In the year 2014, the citizens, the people of Crimea had to unite and stand together to protect their own rights, their own dignity. И мы смогли. And we did it. Мы вернулись на нашу родину, мы вернулись в Россию. We came back to our motherland. We came back to Russia. Я благодарна каждому человеку на нашей большой планете Земля за поддержку, которую мы в Крыму, поверьте, чувствовали и чувствуем по сей день. I'm thankful to all the people of the world because of the support to the cause of Crimea, which we felt at that time, and we continue to feel now. Дамы и господа, в эти дни мы отмечаем годовщину принятия всеобщей декларации прав человека. Ladies and gentlemen, now we are celebrating the anniversary of the adoption of the Human Rights Declaration. Это универсальный и важнейший документ. This is a universal and most important document. Он стал закономерным результатом исторических процессов. It was a logical result of the historical processes. Окончание Второй мировой войны и распада колониальной системы. End of the Second World War and the implosion of the colonial system. Цели, которые намечены во всеобщей декларации, актуальны и сегодня. The aims listed in the declaration, they are actual even today. Правда, интерпретация бывает разной. Nevertheless, the interpretation can be different. Кто-то считает, что права человека могут стать поводом для развязывания агрессивной войны. Some people may think that human rights may become an excuse to launch an aggressive war. Для изоляции неугодных и непослушных стран. To isolate disobedient countries. Для пустых обвинений. For empty blames. И введение односторонних ограничений. And introduction of unilateral restrictions. Но то, что мы сегодня можем наблюдать по примеру всевозможных санкций по отношению к России и Крыму. These sanctions against Russia and against Crimea are a striking example of that. Кто-то использует права человека как политический инструмент. Some are using their human rights as a political instrument. А я хочу лишь сказать, на примере Крыма. But I'd just like to state, on the example of Crimea.
что права человека надо иметь смелость и уметь защищать. That one has to not only know, but also be courageous enough to protect the human rights. Надо становиться сильнее. We have to become stronger. И только тогда будут уважать наши права. Only then our rights will be respected. Дамы и господа, я не буду читать то, что мне подготовили помощники. Ladies and gentlemen, let me not read whatever my assistants have prepared for me. Потому что сегодня очень душевная атмосфера здесь с вами. Because it's a very warm atmosphere here with you. И закончу свою речь следующим. And let me end my speech in the following way. Я хотела и хочу привести кусочек крымского солнышка вам в Индию. I wanted and I desire very much to bring just a piece of Crimean sun to India. Я искренне приглашаю всех в гости в наш Крым, в наш солнечный Крым, в нашу Россию, посмотреть и найти что-то для себя интересное, что-то доброе, что-то хорошее и у меня на родине. I sincerely invite all of you to Russia, to Crimea, to come, to see with your own eyes and find something special for yourselves. Потому что в Индии для каждого человека есть то самое, то, что он находит здесь для себя. Because it's like in India, here there is always something which everybody will find for himself. Россия и Индия – друзья навсегда и хорошие партнеры. Russia and India are friends forever and good partners. Я всем желаю хорошего вечера.